Здравствуйте, друзья! С вами снова Макс Погорелый, программа «Обман веществ», в которой мы с научной точки зрения развеиваем мифы и фейки о питании. И сегодняшний наш миф, который мы будем развеивать, это миф о полезности кето-диеты. Я расскажу вам о том, о чем молчит ваш кето-тренер, о чем никогда не рассказывают никакие кето-сайты или кето-приложения. Это исследования, которые доказали четкую связь кето-диеты и кучи различных болезней и увеличение риска смертности и снижение продолжительности жизни, благо кетодиетам, а кетодиет это только часть таких высокожировых диет, начался бум кетодиет с доктора Аткинса, который предложил диету Аткинса, которая по сути является кетодиетой, поэтому ученых уже было достаточно времени, около 30 лет, чтобы изучить все плюсы и минусы долговременного следования кетодиеты. И именно об этом мы с вами сегодня и поговорим. Сегодня мы разобьем с вами главный миф, который выстраивается колоссальной индустрией кето-диета. Кето-диета – это не та еда, которую вы покупаете в супермаркетах, это прежде всего различного рода добавки, услуги тренеров, реклама, которая размещается в разных блогах, это заведение питания, это даже bulletproof кофе, то есть специальный кето-кофе, о котором я рассказывал в моем видео про кофе. И все эти индустрии сейчас имеют оборот уже более 10 миллиардов долларов во всем мире, более 2,5 миллиардов долларов только в Соединенных Штатах Америки, и естественно, что они заинтересованы в том, чтобы показывать кето с наилучшей стороны. Сегодня я покажу вам грязную изнанку кето. И в сегодняшнем выпуске мы с вами обсудим пищевую ценность кето-диет, то есть насколько они не сбалансированы и насколько в них не хватает минеральных веществ и различного рода витаминов. Мы коротко поговорим про кето и так называемое закисление организма, то есть образование эндогенных кислот и их влияние на здоровье. Я расскажу о плохом и хорошем холестерине на кето, действительно ли кето улучшает холестериновый баланс. Вы узнаете, как повышается при кето уровень гормонов стресса и как это влияет на риск болезней сердца. Я расскажу о кето и микрофлоре кишечника, это очень большая и важная тема, и расскажу вам о том, как кето влияет на срок жизни и риски смерти в целом. А о том, как кето используется при диабете и влияет на диабет, мы с вами поговорим в отдельном видео, потому что это отдельная, очень большая и крайне интересная тема, наполненная своей отдельной колоссальной ложью. Когда мы читаем отдельные исследования про кето, то они прежде всего говорят о плюсах. И эти плюсы действительно есть при краткосрочном использовании кето, как при кормлении питания людей, так и при кормлении животных. Однако, скажите вы, а как же польза кето для диабетиков, эпилептиков, для борьбы с некоторыми видами рака? Неужели все это фейк? Нет, это все не фейк. Но если мы с вами говорим о длительном использовании кето-диеты здоровыми людьми, то необходимо понимать, что кето – это лечебная диета. И она имеет свои плюсы и свои минусы точно так же, как любая процедура или любое лекарство. И необходимо учитывать баланс вот этих плюсов и минусов. И когда кето используется для лечения больных, то плюсы в этом случае перевешивают минусы. Мы же с вами сегодня поговорим исключительно о минусах, а о кето и различных болезнях, кето и раке, кето и диабете я расскажу вам в следующих видео. Вот общий список тем, которые буду освещать в моих кето-видео. И если вы хотите, чтобы какое-то видео вышло раньше, то ставьте цифру и плюсик. Я буду знать, что есть интерес конкретно к этой теме. И уже в зависимости от результата вашего такого голосования, я сниму какие-то видео раньше. Как я уже сказал, кето может приносить пользу людям с некоторыми заболеваниями и при кратковременном использовании. И логический финт, которым пользуются все кето-диетчики, это подстановка. Если кето полезно на краткой дистанции, то, соответственно, кето будет полезно и на длинной дистанции, то есть вы можете питаться по варианту кето всю вашу жизнь. И это неправда, это логическая подтасовка, и сейчас вы получите результаты исследований, которые эту логическую подтасовку развеют в пух и прах. Опираться мы с вами, как всегда, будем исключительно на научные исследования. Номер каждого будет стоять на соответствующем слайде, а список исследований вы можете скачать в описании к этому видео по специальной ссылке. Любители научного подхода могут подписываться на мой телеграм-канал. Там я каждый день сейчас публикую различного рода новости, которые освещают практические аспекты использования научных знаний в питании. И также не забывайте лайкать, подписываться на канал и делиться этим видео с друзьями, если, разумеется, мы вам нравимся. Если не нравимся, дизлайкайте, не делитесь и не подписывайтесь на канал.
И сегодня мы с вами будем говорить о кето и о низкоуглеводных диетах. Почему? Да потому что и кето, и низкоуглеводные диеты в понимании научного сообщества приводят к возникновению так называемого кетоза, то есть перехода организма в состояние, когда жир расщепляется до так называемых кетоновых тел. Это альтернативный источник топлива для организма вместо глюкозы. И вот появление этих кетоновых тел и означает, что организм переходит в состояние кето. Так вот, низкоуглеводные диеты, которые имеют менее 20% углеводов в своем составе, также являются диетами кето, поскольку переводят организм в состояние кетоза. И зона кетоза распространяется от 20% калорий из углеводов и ниже. Вот эти все исследования сегодня мы с вами и будем обсуждать. И первое, о чем мы с вами говорим, это пищевая ценность кето и углеводистых диет. Дальше их буду объединять в одном общем названии кето. Вот в этом исследовании были объединены результаты громадного количества различных исследований с сотнями тысяч людей за десятки лет. И эти исследования показали, что наименьшие риски заболеваний и смерти у людей, которые питаются по варианту приблизительно 55% углеводов, около 17% белка и около 30% жира. Кето, как вы видите, никак не соответствует этим параметрам. И минусы кето, о которых мы с вами сегодня говорим, как раз и вызываются вот этим дисбалансом питательных и полезных веществ. Питательные – это белки, жиры и углеводы, и полезные – это тоже белки, жиры и углеводы, но в меньшей степени, а также витамины и минеральные вещества. Так вот, научные исследования справедливо критикуют кето за недостаточную сбалансированность, потому что кето-диеты содержат мало витамина А, витамина В6, витамина С, витамина Е, тиамина, фолиевой кислоты, мало кальция, магния, железа, калия и мало клетчатки. А другое исследование показало, насколько именно мало. Здесь сравнивались 4 различных вида кетодиет в зависимости от увеличения количества жира. И как вы видите, что по потреблению водорастворимых витаминов, чем больше жира в вашей пище, это тем светлее столбик в этой диаграмме, тем меньше в пище водорастворимых витаминов. И большая часть кетодиет, то есть кетодиеты с большим количеством жира, не дотягивают даже до 50% по содержанию водорастворимых витаминов. Естественно, что это существенно ухудшает состояние здоровья со временем. Единственный витамин, которого хватает во всех видах кетодиет, это витамин В12, который как раз и содержится в мясе. Что же касается минеральных веществ, то большинство кето-диет, чем больше жира, тем, соответственно, больше, не дотягивает по содержанию самых важных микроэлементов, кроме селена и хрома. Селена много в различного рода мясопродуктах и рыбе, точно так же, кстати, как и цинка, но даже и в этом случае из-за избытка жиров количество цинков в рационе кето-диетчиков ниже необходимого. И это в частности и приводит к тому, что кето-диеты при длительном использовании потихоньку, подспудно расшатывают здоровье и приводят к увеличению рисков болезней, о которых мы сегодня с вами поговорим, и сокращают на достаточно существенный срок вашу жизнь. Нарушенный баланс белков, жиров и углеводов кето приводит к тому, что в кето-диетах слишком много так называемых закисляющих продуктов. Посмотрите мое видео о закислении, о щелачивании, там я рассказываю об этой теме с точки зрения науки. То есть о том, как пища способствует образованию так называемых эндогенных, то есть внутренних кислот, и как это нарушает в действительности, вернее, как это влияет на ваше здоровье. Закисляющая пища, то есть пища с высокой потенциальной кислотной почечной нагрузкой, существенно увеличивает и риски смерти от всех причин, и риски болезней сердца, и повышает давление с годами, не сразу, потому что кето сразу снижает давление, но практически никак не влияет на риск рака. На риск рака влияют другие факторы, которые есть в кето. И обращу ваше внимание, что когда я говорю риск смерти от какой-то болезни, то прежде всего вы должны задуматься о том, что смерть происходит вследствие какой-то болезни. То есть сначала вы долго болеете диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, не дай бог там раком или болезнями почек и кучей других заболеваний, и только потом умираете. То есть риск смерти — это что-то достаточно отдаленное. Но риск заболеть какой-то тяжелой мучительной болезнью, лечение которой, кстати, еще и стоит хороших денег, это прямой риск, которому люди, питающиеся по неправильному варианту, приходят гораздо быстрее людей, которые питаются сбалансированно.
плохой и хороший холестерин. И вот с этой точки зрения кетоиндустрия действительно смотрится на коне, потому что использование кето-диет, а в данном исследовании я уже показывал вам в моем видео про кето и вес, используются три диеты, которые очень близки или фактически являются кетами. Это Аткинса, Zone и South Beach диеты. Так вот, все эти три диеты показывают улучшение липидных параметров крови, то есть так называемого плохого и хорошего холестерина, однако с низкой степенью достоверности. Что это значит? А это значит, что они улучшают баланс плохого, хорошего холестерина. Их количество не у всех людей и не всегда. И, что самое главное, не навсегда. Однако, когда мы с вами говорим об улучшении холестеринового обмена, то есть липидных параметров крови, то тут есть еще одна очень интересная потасовка кетодиетчиков, о которой я вам рассказывал в моем видео о снижении веса. Дело в том, что большинство заказанных кетоиндустрией исследований по кетодиете сравнивают кетодиету либо непонятно с чем, просто с диетой с каким-то высоким количеством углеводов, либо с диетой, которая содержит большое количество сахаров, хлеба и круп. То есть диеты, которая априори является нездоровой и ухудшает липидные параметры крови. Это очень удобная штука. Что с чем сравниваем? Берем что-то очень плохое, сравниваем с чем-то менее плохим и получаем, что менее плохое, ну, реально выглядит просто замечательно. Однако, если мы возьмем две адекватных диеты, составленных из здоровых продуктов, но с разным количеством этих продуктов для того, чтобы либо составить из них кето-диету, либо составить средиземноморскую диету, либо составить высокоуглеводную диету, то вот тут получаются результаты абсолютно иными. Об этом нам рассказало исследование, которое длилось целых 6 лет. Сперва ученые кормили участников кето-диетой под пристальным наблюдением, а потом на 4 года отпустили их в свободное плавание, и тех, кто остался на кето-диете, обследовали еще через 4 года. И что получилось? И когда мы с вами сравниваем кето-диету из здоровых продуктов с диетами высокоуглеводистыми тоже из здоровых продуктов, то мы видим, что кето-диета действительно лучше влияет на индекс атерогенности. Это соотношение так называемого плохого и хорошего холестерина. Чем ниже индекс атерогенности, тем лучше. Кето-диета действительно уменьшила индекс атерогенности через 2 года использования, и потом еще через 4 года в любом случае она уверенно держалась в лидерах. Но когда мы с вами говорим об общем холестерине в крови и триглицеридах, это другие важнейшие факторы, которые определяют риски сердечно-сосудистых заболеваний, то тут через 2 года кето-диета была одинаково полезна по сравнению со средиземноморской диетой, но через еще 4 года оказалось, что средиземноморская диета гораздо лучше поддерживает и уровень общего холестерина, то есть держит его ниже, и уровень триглицеридов также гораздо ниже, чем на высокожировой, то есть на кето-диете. Естественно, это влияет на здоровье сердца и о том, как это влияет и насколько кето-диета увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на то, что она улучшает некоторые параметры, которые эти риски определяют, я расскажу вам в конце этого видео. Будьте с нами. А пока мы с вами спустимся чуточку ниже и покопаемся в кишках, мы поговорим с вами о микрофлоре кишечника. И это крайне важный фактор здоровья. Дело в том, что с кишечником связано 2/3 компонентов абсолютно всей иммунной системы человека. То есть, чем здоровее кишечник, тем здоровее вы, тем лучше ваш иммунитет. Почему это важно? Ну, давайте хотя бы рассмотрим связь здоровья кишечника и коронавируса. Это сегодня крайне актуальная тема. И для начала пара терминов, чтобы вам было понятнее. Эубиозом называется то состояние микрофлоры, в котором условно полезные и условно вредные бактерии находятся в правильном балансе, поддерживают друг друга и поддерживают здоровье кишечника. А дисбиозом называется любой неправильный баланс этих бактерий, который приводит потом постепенно к нарушению работы кишечника. Так вот, исследования показали, что люди с правильным балансом полезных и вредных бактерий, то есть с эубиозом, имеют гораздо меньшие риски острого или фатального течения COVID. То есть люди, у которых микрофлора находится в порядке, либо болеют бессимптомно, либо у них наблюдается легкое или среднее протекание COVID. А вот люди с дисбиозом, у которых бактерии находятся в неправильном соотношении и в неправильном количестве, гораздо чаще имеют острое течение COVID
и у них также гораздо выше риск от ковида умереть. То есть состояние вашего кишечника, вашей микрофлоры напрямую определяет то, насколько высоки риски тяжелого протекания ковидов и траты денег и утраты каких-то частей вашего здоровья, если вы, не дай бог, ковидом заболели. Так вот, как показывают исследования, после соблюдения низкоуглеводной диеты, то есть читаем высокожировой диеты, а это было исследование конкретно по высокожировым и кетодиетам, у людей наблюдается дисбиоз кишечника, то есть жесткое снижение количества нормобиоты, имеется в виду условно полезные бактерии, и увеличение многих условно патогенных и патогенных микроорганизмов. Говоря человеческим языком, уже через пару месяцев пребывания на кето-диете, за которой вы можете сбросить вес, уже начинается ухудшение баланса условно полезных и условно вредных бактерий и нарушение нормальной работы кишечника. О запорах я сейчас даже не говорю, они происходят от недостатка клетчатки и карбоновых кислот. Однако при длительном следовании кето-диете происходит очень сильное нарушение состава микрофлоры и здоровья. А в частности, кето-диета при длительном использовании нарушает баланс бактерий до критического состояния и начинает развиваться вместо естественной микрофлоры дополнительная микрофлора, которая, грубо говоря, поедает ту слизь, которой кишечник защищается от вредного воздействия всех бактерий, и затем эта микрофлора начинает ухудшать состояние кишечника за счет разрушения стенок кишечника и ворсинок, через которые впитываются полезные вещества. Это приводит к повышению проницаемости кишечника, естественно, в кровь начинает проникать большее количество различного рода токсинов, вирусов, бактерий, грибков. Все это приводит к перегрузке и печени, и к перегрузке иммунитета, и к соответствующему ухудшению состояния здоровья. И, соответственно, все эти факторы вместе, и нарушение нормальной работы кишечника, и недостаток минеральных веществ и витаминов, и нарушение оптимального баланса белков, жиров и углеводов, снова видите эту табличку на экране, и повышение так называемой закисленности организма, то есть повышение количества эндогенных кислот, которые производятся из еды, приводит к тому, что кето-диеты существенно увеличивают риск различных болезней и смерти при долговременном использовании. Напомню вам, что кето – это диеты, которые содержат менее 20% углеводов в своем составе, а наиболее здоровыми и более всего снижающими риски смерти и заболеваний являются диеты с содержанием углеводов около 55%. Это же показало и другое громадное исследование, которое объединило результаты десятков разных исследований из очень многих стран. В нем точно также показано, что самый низкий риск смерти при содержании углеводов в диете около 50%. И разумеется, сейчас мы с вами говорим не об углеводах из булок и сахаров, а прежде всего о полноценных комплексных углеводах, которые вы получаете из здоровой пищи, цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, зелени и так далее. Причем изменение количества углеводов в вашей пище по-разному увеличивает риск смерти и болезни. Если вы увеличиваете количество углеводов с 50 до целых 80-90, то риск болезни и смерти повышается всего на 15%. Если же вы увеличиваете количество жиров и белков, то есть уменьшаете количество углеводов до 20%, что и требуется при кето, то риск смерти возрастает на 60%. Что и подтверждается результатами другого большого мета-исследования, то есть объединившего результаты разных исследований. Следование низкоуглеводистой диете, а в этой диете было всего 39% углеводов, а даже не 20%, увеличивает риск смертности в целом на 32%, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 50%, риск смерти от заболеваний сосудов мозга на 51% и риск смерти от рака на целых 36%. Обратите внимание, что кето-диеты увеличивают риск смерти от рака на целых 36%, и о кето и раке я расскажу в одном из следующих видео.
Кето считается крайне полезной диетой для снижения уровня сахара и при диабете. И тут я вас снова огорчу. Я сделаю о кето и диабете отдельное видео. Честно говоря, я был поражен тому, что я вычитал в научных исследованиях. Я суммировал результаты 3 научных исследований в этой табличке. Сейчас только о риске заболеть диабетом 2 типа. Так вот, следование кето-диетам увеличивает риск заболеть диабетом 2 типа на треть, от 28 до 36%. И думаю, что у многих из вас возник вопрос, если кето действительно улучшает баланс так называемых плохого и хорошего холестерина, то почему риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает в 1,5 раза при следовании высокожировыми кето-диетами? Тут действует очень много факторов: и иммунитет, и недостаточное количество так называемых карбоновых кислот, которые производятся здоровой микрофлорой и которыми только и питается ваше сердце. Сердце не питается глюкозой. Это и недостаток важных витаминов, и недостаток важных минералов, в том числе и калия, и магния, которые крайне важны для работы сердца, но это еще и увеличение количества гормона стресса кортизола в крови. Да-да, следование кето-диете существенно увеличивает количество стрессовых гормонов в крови, что и показывает увеличение выделения кортизола вместе с мочой. По сравнению с людьми на здоровой диете, у людей, которые следовали кето-диете, особенно если у них была снижена калорийность пищи, а обычно кето-диетам следует желанием похудеть, где-то на 30% был увеличен уровень кортизола в крови, что, естественно, приводило к большей нагрузке на сердце. Вот это исследование как раз и показывает то, насколько существеннее возрастает риск болезни сердца при повышении уровня кортизола в моче. У людей, у которых уже были сердечно-сосудистые болезни, и у людей, у которых этих болезней не было. Даже при низком уровне кортизола риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей, у которых были болезни сердца, возрастает в 2,8 раза, а при высоком количестве в 9 раз. У людей, у которых не было заболеваний сердца, риск возникновения их при высоком уровне кортизола увеличивается в 6 раз. В 6 и 9 раз, дамы и господа. Неудивительно, что следование кето-диетам, по крайней мере достаточно длительное, обязательно приводит к катастрофам. И об этом нам прямо говорят результаты большого исследования, которое объединило 17 исследований, охвативших 270 с лишним тысяч человек. И это метаисследование показало, что диеты с низким содержанием углеводов приводили к более высоким рискам смертности. Я напоминаю, что люди умирают, поболев. И это было эквивалентно сокращению жизни в среднем на 2,5 года. На 2,5 года, дамы и господа. Однако вы можете мне возразить. Вы можете сказать, что диеты с низким содержанием углеводов содержали еще и высокое количество белка. Да, скажу я, могли содержать. Но если мы с вами разберемся с тем, что больше увеличивает риски смерти, высокое содержание жиров в пище или высокое содержание белка, то вы тоже удивитесь. Потому что, как показало это метаисследование, питание высокожировыми диетами, напомню, что мы с вами уже определили, что меньше 20% углеводов – это высокожировая диета, и она же кето, увеличивает риск смерти на 31% в среднем, то есть от 7 до 59% в среднем. Это питание диетой с высоким содержанием жира и нормальным содержанием белка. Но если вы увеличите содержание белка при высоком содержании жира, то риск смерти будет только ниже, то есть 30% в среднем, и от 1 до, правда, 68% будет разброс. Вот, собственно, и все. Мы с вами можем перейти к выводам. Если мы сравниваем кето-диету не с булочно-сахарной диетой, а со здоровыми диетами, то минусы от долгосрочного следования высокожировым и кето-диетам сводят на нет все плюсы кратковременного кето-питания. А плюсы кето-диеты, если не сравнивать ее опять же с булочно-сахарной диетой, тоже оказываются весьма эфемерными, как, кстати, и снижение веса, как я показал в первом видео, если вы сравниваете кето-диету со сбалансированными диетами, например, со средиземноморской. И для того, чтобы вы могли определиться, насколько сбалансированной является ваша диета, я создал специальный бесплатный онлайн-тест.
Вы отвечаете на 32 вопроса и получаете на ваш mail выводы о том, насколько сбалансированной и несбалансированной является ваша диета, по каким параметрам она может быть несбалансированной и как это влияет на целых 8 параметров здоровья. От вашей моложавости, способности организма к самоочищению, до риска рака и уровня закисления организма. Ссылка на экспресс-тест находится в описании к этому видео. И для тех, кто захочет прийти к наиболее здоровому балансу питания, напомню, что у меня есть индивидуальное сопровождение. Я за руку провожу вас по всем ступенечкам изменения диеты, рассчитываю здоровый рацион и помогаю вам в самый короткий срок прийти к самым положительным результатам. Это разные результаты от снижения веса до его набора, от улучшения состояния здоровья, состояния кожи, повышения энергичности и так далее. Вся информация находится у меня на сайте, адрес сайта на экране, либо сканируйте QR-код, либо пишите мне в любом из удобных вам мессенджеров, Viber, WhatsApp, Telegram, и я помогу вам выбрать нужный пакет сопровождения или расчета рациона. И напоминаю, что вы можете проголосовать, поставив плюсик и циферку за то, какое видео делать мне далее. Кето и рак, кето и спорт, кето и диабет, и плюсы и минусы кето, и всем ли кето подходит. Любителей научной информации я жду на моем телеграм-канале. Адрес телеграм-канала на экране сейчас, или проходите по ссылке в описании к этому видео. И если вам это видео понравилось, то лайкайте, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить другие выпуски про кето и не о кето. Спасибо большое за внимание. С вами был Макс Погорелый, программа «Обман веществ», в которой мы с научной точки зрения развеиваем различные мифы и фейки о питании. До скорых встреч!